Дорогие мои подписчики и гости канала, друзья, вот перед вами помидорки черри, которые созревают в теплице, я постоянно их собираю. История их создания такая, что когда-то пару-тройку лет назад приобрел черри желтые, и они уродились, все хорошие, оставил желтую помидорку. Вот. На следующий год посадил, и у меня получилась вот такая вот помидорочка красная. То есть никаких уже желтых помидорок не было. И вот уже несколько лет я сажаю эти помидорки. Самое интересное, что они не требуют посынкования, достаточно свободно растут и достаточно и очень даже хорошо высокоурожайные. Плюс ко всему они сладкие. Так что всем приятного аппетита, здоровья. Самое главное, кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всех вам благ, доброго здоровья.